Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новая телеграм игра Электро, это конкурент Blue, не пропускаем. Я выложила у себя в телеграм такой вот пост, сейчас вам прочту. У Blue появился конкурент Электро, новая телеграм игра от одноименной децентрализованной биржи. Говорят, это первый проект, который будет одновременно поддерживать стон и вот эту вот монетку. Проект ведет известная компания. Вот не знаю, что это за компания такая. Топовая команда, у которой имеется свой токен ORN, который торгуется на топовых биржах Binance, KuCoin, Coinbase. Целью Электро является создание торговой платформы внутри Telegram, которая будет отличаться своим низкими комиссиями и высоким кредитным плечом. Пока будем фармить поинты, времени не так много, 1-2 месяца. И что делаем? Во вкладке «Игра» каждые 6 часов кликаем на экран и пампим БТЦ. Во вкладке «Награды» угадываем стоимость БТЦ. Заходим в задание, ну, там выполняем социальные сети. Подписываемся, ну и все такое. Значит, ну и естественно приглашаем друзей. Далее что? Обратите внимание, в игре нужно... Там есть игра, сейчас я вам все, я на компьютере пишу вот это вот видео, но на компьютере я вам, друзья, игру не смогу показать, так как я играю с телефона, а так я захожу, как бы все выполняю задание на компьютере, а игра вот именно только я захожу с телефона и играю. Значит, смотрите, обратите внимание, в игре нужно избегать красных кружочков, так как они задамблю цену БТЦ. Старайтесь ловить зеленые, они дают разнообразные бусты. Заходим в игру, перейдя по ссылочке, кого заинтересует, запустить. Я вот проиграла. Здесь нужно угадывать, куда пойдет БТЦ. Рост вверх или вниз. Но тем не менее, то, что я проиграла, мне дают 600 вот этих поинтов. Окей. Получить 600. Окей, я как бы вниз. Так, получить. И смотрите, значит, вот это логин мой, да? Вот это мои поинты, 102 074. И здесь, если мы угадываем вот эти, куда пойдет биткоин, вверх, вниз, значит, умножается на 2, далее умножается на 3, если вы угадали правильно, на 4 и так далее по нарастающей. Мне почему-то постоянно... Дальше 3 я не проходила. Как-то так. Вот. А базовые поинты 600 поинтов дают. Как бы неважно, проиграл, выиграл. Если выиграла, естественно, больше дают, по-моему, 1200. А если проиграл, 600. Ну и они умножаются каждый раз на 2. Если на 2, 1200, потом умножается на 3, на 4 и так далее. Кликаем «Начать фармить». И вот здесь у нас, значит, цена, сколько стоит вот этот биткоин, да, наш, видим. И нужно кликнуть куда? Вверх или вниз. Я клику опять вниз. Пойдет вниз. Если я угадаю, будет 1200. Если не угадаю, опять 600. Видим. Так, с этим понятно. Далее, как я уже сказала, игру я прохожу на телефоне. Я захожу с телефона, и здесь будет точечка.
И вы эту точечку тянете вверх, вверх, и на красные кружочки не попадать желательно. Вот. А на зеленые, конечно, желательно. Далее идут задания. Вот я подписалась на Twitter, как бы здесь пригласить друзей, вступить в сообщество, ну и все такое. Далее вкладочка «Друзья». Здесь ссылочка «Копировать». Ссылка скопирована. Все. Так. Ну а здесь вот ранг идет. Вот такая вот игра. Кому интересно, заходите, играйте. Не интересно, пройдите мимо. Всем удачи. Всем пока.